Всем привет из солнечной Греции, с вами Юля, и вы находитесь на канале Вышивки Крестом. Сегодня у меня большая радость, ко мне пришел наборчик от интернет-магазина Клубок Желаний. Это дизайн Dimensions, дух волка, и данный наборчик пришел ко мне на обзор. И я с огромным удовольствием открою, и мы вместе с вами посмотрим, как укомплектован этот набор. Вот я сейчас вам показываю, какая идет упаковка. Здесь все очень профессионально и плотно упаковано, оформлено. Ну и сейчас я открою упаковку за кадром, чтобы не шуршать, и мы рассмотрим все-все-все материалы. Итак, упаковка ушла, и мы давайте рассмотрим титульный лист. Здесь мы видим название набора, конечно же, «Дух волка», значок магазина «Клубок желаний». Вот такая вот кошечка. И сам вот дизайн. Превью. Я думаю, что любители фирмы Dimension знакомы с этим дизайном. Этот дизайн уже очень-очень давно вышел из производства. И, конечно же, найти набор оригинальный просто невозможно. И если я правильно помню, то оригинальный набор идет в гобелене. Здесь набор сделан в крестики. Ну и в фирме Dimensions тоже был буклет, где схема была рассчитана на вышивку крестом. Я эту индианку очень-очень давно мечтаю вышить. Вышивка действительно получается очень эффектная, красивая. Тематика здесь мне близка по духу. И как у многих рукодельниц, у меня есть определенный список моих мечт и желаний. И когда мне предложили показать, сделать обзор на этот набор, я, конечно же, очень-очень обрадовалась. Это вот такой шанс, маленький толчок, пинок, что можно начать еще один набор, тем более тот, о котором я мечтаю уже много-много лет. Давайте посмотрим, что нам здесь указано на обложке. Так, размер вышитой картины 28 на 36 сантиметров. Канва ида 14 бежевого цвета с обработанным краем. Цветная схема, органайзер с нитями и символами, игла для вышивания и инструкция. Техника: счетный крест, полукрест, обратный стежок, французские узелки. Ну и сайт вот Клубок желаний. Ну я, конечно же, ссылки оставлю в инфобоксе для тех, кто интересуется. Ну и номер набора по Dimensions это 3170. Вот. Так, давайте посмотрим схему. Хочу обратить ваше внимание на схему, на качество схемы. Схема здесь очень-очень четкая, очень крупная и очень-очень понятная. Я один набор от фирмы Клубок Желаний вышила, один у меня сейчас вышивается. И с этой фирмой у меня складываются очень хорошие отношения, потому что мне нравится соотношение цены и качества. Ну, давайте посмотрим все, потом немножко как бы побеседуем на эту тему. Вот как приходит у нас схемка, да? Вот так. Листы. Цветосимвольная бэксич здесь очень-очень хорошо виден. Нет каких-то сложностей, что закрывают значки или его плохо видно. С такой схемой приятно работать и очень легко отмечать. Так, есть, конечно же, вот такой вот лист в помощь рукодельницам начинающим. Можно прочитать и инструкцию, если вы первый раз вышиваете, все понятно, просто прочитайте инструкцию, и вы сможете сразу приступить к работе. Ну и ключ. Ключ у нас представлен вот так вот колонками, тоже очень удобными, символы, количество нитей и цвет. Цвет, который у нас расположен на органайзерах. Также здесь представлены бленды. Полукрест в отдельной колонке. В отдельной колонке у нас есть бэкстич и французские узелки. То есть здесь вообще не запутаешься. Все стежки
разделены по группам, по колонкам. Очень удобно работать с таким ключом. Я обычно что делаю? Я вырезаю все эти колонки и клею их на специальный материал, чтобы потом парковать сюда иголочки. Ну, конечно, каждый сам организовывает свой процесс, как ему удобно. Но вот данный ключ здесь не запутаешься. Крест, бленды, полукрест, все распределено. Очень понятно. Так, посмотрели мы схему, посмотрели мы инструкцию, все самое основное, и переходим к самому-самому вкусному. А самое вкусное, конечно же, это ниточки и основа. Ну, посмотрите, какая красота. Какие яркие, сочные цвета. И как красиво они смотрятся на основе кофейного цвета, кофе с молоком. Вы знаете, когда шел набор, я вот думала, а на какой основе придет? На светлой или на темной основе, потому что я себе эту работу вижу вот именно на темной основе. Я у кого-то из девочек видела отшив этой работы вот именно на основе более темного цвета кофе с молоком. Это так красиво, так ярко, так насыщенно, вы себе не представляете. Вот часто девочки вышивают просто на линии 21 каунта, просто бежевого цвета или белого цвета. Красиво, но эффект не тот. Вот на темной канве, может быть, даже еще даже потемнее. Очень красиво, очень ярко смотрится. Просто шикарно. Так, иголочка. Есть иголочка. Ну и открываем. Смотрите, как красиво и с любовью все это здесь у нас упаковано. Вот так вот. Правильно открыла. Вот. Смотрите. Красиво. Хочу обратить ваше внимание на вот эти планшетки. А планшетки здесь... Вот так, чтобы видно. Планшетки здесь заламинированы, они скреплены двумя колечками, чтобы не потерялись. В данном наборе здесь у нас три планшетки. И здесь организация уже выполнена полностью. Не нужно ниточки никуда перевешивать, что-то подписывать. Вот посмотрите, есть значок, указано, во сколько сложений нитей нужно вышивать и что это у нас, крест или полукрест, и, конечно же, номер ниточки. И еще вот под каждой ниточкой прописан цвет данной ниточки. То есть буквально можно взять органайзер для игл, куда парковать иголочки, и все, у вас уже все организовано. Очень-очень удобно. Ниточки легко берутся. И планшетки не рвутся, они очень компактные. После работы можно все это аккуратненько свернуть, скрутить и положить в маленькую коробочку. То есть для организации много каких-то материалов не нужно. Вот для меня это самая-самая прекрасная организация. Так, ну я хочу открыть сейчас эти планшетки, разъединить. Мы посмотрим все-все-все ниточки. Вот первая планшетка. Здесь у нас представлены вот такие цвета, красные, желто-коричневые, голубые. Вот. Вторая планшетка. Здесь у нас голубые, бежевые, еще вот такие вот светло-темно-серые цвета, очень красивые. Третья планшетка. Черные, белые, серые. И вот такие вот добавочные. Чуть-чуть зелененькие, красненькие, розовенькие. Три планшетки. На сайте вы можете прочитать, что наборы комплектуют из 3 палитр. Это ниточки ДМС, Мадера и, по-моему, Гамма. Что позволяет подобрать максимальным образом нужные цвета. Ну и так как схема в программе Pattern Maker, я понимаю, что это дает возможность сделать превью, посмотреть, правильно ли подобраны цвета, максимально ли хорошо они подобраны. Вот. И по опыту могу сказать, что ниточек всегда хватает. То есть есть еще запас, хороший запас. Вот второй я вышиваю набор, и у меня всего-всего хватает, нет каких-то претензий к ниткам. Посмотрим основу.
Вот такая у нас здесь идет основа. Он помещается в кадр. Вы можете себе представить. Вот половинку мы видим. А плюс в том, что здесь обработаны края, поэтому, в принципе, уже ничего обрабатывать не надо. Берем и приступаем. Ну и вот еще раз положим ниточки, посмотрим, как это смотрится на основе. Очень ярко, очень соблазнительно. Вот эти красные с голубым, особенно вот этот очень-очень красивый яркий цвет. И красный здесь шикарный. Ох, праздник, праздник цвета. И, конечно же, есть большой соблазн приступить к отшиву данного набора, данного дизайна. Очень хочется. Вот такая вот у нас здесь красота. Вот такая здесь у меня красота. Еще хочу сказать, что на сайте фирмы «Клубок желаний» можно найти много интересных предложений. В частности, каждый месяц проходит акция «Набор месяца». Можно купить один набор, который представляет фирма, со скидкой 50%. Есть также акции, когда покупаешь два набора, тебе третий дарят в подарок. Бывают акции разными скидками, нужно заходить и смотреть. Ну и то, что мне очень как бы понравилось, что я встретила первый раз в своей практике, когда у человека день рождения, кто является клиентом этого магазина, при покупке одного набора равноценный по стоимости набор по выбору клиента ему дают в подарок, отправляют в подарок. Это действительно так. Я в прошлом году делала такой заказ, и мне набор один подарили. Я выбрала набор, мне его прислали бесплатно. Вот такой вот красивый дизайн. Я рада, что фирма «Клубок желаний» дала жизнь этому дизайну, и теперь не нужно мучиться, а можно приобрести его по доступной цене и с радостью и с любовью вышивать, и, конечно же, потом оформлять и любоваться этим набором. Ну, а на этом у меня все. Я желаю вам хорошего настроения. Ну и, конечно же, до новых встреч. Пока-пока!